Мендельский интермит. Здравствуйте, уважаемые земляки. С вами снова я, Санал Бушиев. Забегая вперед, сразу хочу ответить на вопрос, куда я делся, уехал, здесь ли я нахожусь или нет. Да, я здесь, я в родной Калмыкии, я в Элисте, живу, работаю, занимаюсь своей частной юридической практикой. Ну, а теперь главное, что я хочу сказать в этом коротком видео. Всем нам известно то, что в сентябре нынешнего года у нас предстоят выборы депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия. Это главные выборы нашей республики, и мы к ним шли давно, с 2019 года мы учились выбирать, наблюдать, и мы учились проводить честные выборы. И у нас по результатам 2021 года у нас это получилось. Всем уже известно то, что партия «Единая Россия» проводит очень объемную, огромную работу. У них сейчас проходит предварительное голосование, так называемый праймериз, где они определяют лучших кандидатов в депутаты Народного Хурала. Мы тоже не стоим на месте, и я в этом видео хочу сообщить о том, что мы предоставляем площадку. Это будет альтернативная площадка, поскольку независимым кандидатам или кандидатам от оппозиции негде в нашей республике высказаться. Мы предоставляем площадку ЗАН онлайна, и я возобновляю свои интервью и серии разговоры о политике. Мы будем говорить о выборах, мы будем говорить о политике, мы будем говорить о власти, где-то конструктивно критиковать, где-то хвалить, то есть высказывать свое мнение. Если есть такие люди, если есть кандидаты, которые хотят заявить себя в качестве будущих депутатов Народного Хурала, если вам есть что сказать, если у вас есть желание проявиться и показать себя, я приглашаю вас. Пишите в комментарии под этим видео, и мы скоммуницируемся и будем записываться. Мы, как всегда, открыты для всех. Приглашаем всех. Даже с удовольствием я бы пригласил кандидатов от «Единой России», которые сейчас проходят праймериз, чтобы поговорить с ними, чтобы выслушать их позиции, цели и намерения. Пишите, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем заново начинать. Спасибо.